Слушай, я первый раз в жизни вижу такой интересный электронный конструктор. Да, какие интересные детали. Привет, ребята! Вы на канале Даник Джуниор. Всем привет! В одном из прошлых видео мы открывали несколько наборов Расти Ривец. Расти Ривец? Это такой очень интересный мультфильм про мальчика-изобретателя. Да, а сегодня мы откроем еще два оставшиеся набора. А еще мы откроем набор Знаток. Там нужно разное собирать. Это такой электронный конструктор для маленьких изобретателей, таких как Расти Ривец. Кстати, Расти Ривец на русском это Расти Механик. Да. Такое основное название этого мультфильма. Советуем вам его посмотреть. Смотрите, тут можно измерять температуру воды. Представляете? Уровень. Так, измерять расстояние. Угу. Измерять яркость света. Да. Звук. Уровень шума, да? Да, а это что? А это цифровой мультиметр. Да, и еще часы тут есть. Электронные видите? Часы. В общем... Да, и тут вот такое вот можно собирать. Но если можно чуть-чуть пофантазировать и что-то собрать другое. В общем, это такой супер мультифункциональный конструктор для маленьких умников. Перед тем, как открыть набор Знаток, да, давайте откроем два набора Расти Механик или Расти Ривец. Есть кары. Ребята, я сейчас буду собирать карты Расти Ривеца. Начнем. Это сюда. Поставлю вот этот спойлер сзади. Теперь установим мощный бур. Смотрите, какой мощный. Ставим большой, где колесо, и маленький вперед. Так. Расти, твоя машинка карт готова. Ну что же, садись. В общем, ребята, карт Расти Ривеца вы увидели, а сейчас Даник соберет багги девочки Руби. Багги да. Это такой вид транспорта. Он похож на квадроцикл. Он чем-то похож на квадроцикл, но у него сзади огромный пропеллер такой, да? Ребята, правда классные машинки мы сделали для Расти и Руби. Да, мне они очень понравились. Ну очень что же, этот волнующий момент, когда мы открываем набор Знаток. Так. О, смотрите, какое смешное личико. Это как будто маленький робот, да, какой-то? Привет, меня зовут Робик. О, тут есть вот такие вот чипсы. Такие зажимчики, да? Да, смотри. Слушай, ну тут, конечно, так сразу не разобраться. О, эта вещь нам точно пригодится, да, Дань? Точно. Инструкция здесь нам главный помощник. О, они вот так вот соединяют. Слушай, я первый раз в жизни вижу такой интересный электронный конструктор. Да, вот он. Какие интересные детали. Даник, я предлагаю тебе вначале с помощью вот этих различных деталей и устройств собрать карманный цифровой термометр. Давай, папа, я согласен. Начинаем. Это измерительный модуль. Вау. Специальный измерительный модуль, да. Вот так он выглядит. Как интересно. Вначале в батарейный блок или батарейный отсек установим батарейки. В общем, все необходимые составляющие собраны. Теперь да. Собираем все воедино. Значит, к батарейному отсеку... Нужно присоединить вот да. Так вот. Индикатор. Теперь ставим вот так вот. Угу. Вот сюда. Батарейный отсек нужно, да, присоединить? Да. Обязательно нужно дождаться щелчков. Вот. Вот загорелась единичка, видите, ребята? Нужно вот это еще поставить. Так. Давай, помогу тебе. Все собрали? Да. Но нет. Не хватает термодатчика, да? Да. Так. Присоединяем термодатчик. Значит, к верху должна быть красная. По инструкции, да? Значит, посередине должна быть желтая. Это интересно. Давай. А черная я сам хочу посередине. Давай. Это вот все. Итак, ребята, наш карманный термометр готов к замерам. Ребята, сейчас мы вместе с вами и Даником замерим температуру горячей воды и холодной. Да? Да. Ребята, вот мы.
ток. С него даже пар идет. Вначале холод. Будем измерять температуру льда, да? Я хочу прям закопать. Все, убирай руку. Ждем? Ждем. Вот так интересно. Как быстро температура начинает опускаться, да? С 30 градусов на этой метке уже 15 градусов. Все ниже и ниже, да? Угу. Так, 11 градусов. Ого. А ты думал. В общем, ребята, температура опустилась приблизительно к где-то 1,5 градуса, да, выше нуля. То есть ниже опускаться уже не хочет. Поэтому мы можем сделать вывод, так сказать, заключение, что температура этого льда 1,5, да, 1,5 градуса. Ребята, а теперь давайте измеряем температуру горячей воды. Да, давай. Так, опускаем термостат этот. Смотри, сразу же, моментально, 45, 46. Ребята, сейчас почти 64 градуса. Да, это довольно горячая вода. В общем, измерение температуры мы закончили. Теперь, ну что, Даник, что мы будем дальше собирать? Дальномер. Давайте соберем дальномер. Вот это еще можно сказать, знаете, такая ручная электронная рулетка. У нас есть... Так. Мы будем использовать некоторые детали, которые будут и в термометре. Конечно, обязательно, да. Вот, значит... Ключевая деталь здесь вот эта желтая, такая, с забавными зубками, да? Да. И смайликом. Значит... Я думаю, что это за штуки? Может, это такие мини-провода? Да, это своего рода мини-провода. И присоединяем, значит, наш батарейный блок. Теперь нам нужно соединить все это воедино, да? Все. Теперь, ребята, осталось самую малость подсоединить вот этот индикатор, который, собственно, на котором, ну, здесь такое табло, на нем и будет показываться расстояние. Так. Есть. Ну что же, теперь я вижу, что уже начинает измеряться расстояние. Дальномер активирован. Ну, давай, к примеру, замерим расстояние до коробки, да? Так, я вот устанавливаю его. И поставь вот так коробку под углом. Хорошо? Держи. И сейчас. Вот, пожалуйста, 530 миллиметров. Ого, 530 миллиметров? Или 53 сантиметра. Закрывать. Теперь давай до нижней части замерим. Вот. Закрывать? Да, закрываю. Вот так. Смотри, четко 21 сантиметр. А давай от нашего оператора. Давай. Сколько? Только ровно держи. До видеокамеры. Сколько? Вот если вот четко в объектив. 40 сантиметров. Да, 40. 40-50. А давай к Дора Астеривица и его Ботозавра. Да. Смотрите, ребята, вот ультразвуковой дальномер до лапы Ботозавра. Замерил, сколько, Даник? 26 вот тут. 26-25 сантиметров. Ну, 26. Ребята, но помимо таких компактных карманных моделей... Ну, да, типа, есть еще настольные. Да, типа как вот мы только что собирали вместе с вами карманный термометр, карманный дальномер, да? Да, дальномер. Вот, но можно делать и настольные модели с помощью вот такой вот пластиковой монтажной платы, да? Да. В этой монтажной плате есть различные такие выступы, да? На нее можно было соединить. Да, очень это все удобно. И можно делать такие более сложные настольные схемы. Да. Вот сейчас мы с Даником собрали настольный дальномер. Да, тут есть определенные правила безопасности, правила техники безопасности. Они описаны в инструкции, вы их прочитаете, да. Если захотите играть с таким набором. И, в общем, всему научитесь. Ну что же, ребята, вам понравилось вместе с Даником и со мной собирать различные устройства? Да. Если понравилось, обязательно ставьте лайк. Вы были на канале Даник Джуниор. Желаю вам здоровья, всем до новых встреч. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много всего интересного. Пока.